На данных участках было заложено два слоя асфальта А16НТ и А16ВТ. И укрепление обочин по полметра с каждой стороны. Мы проехали, видим, что дорога в нормативном состоянии. Также тут и разметка тоже есть. Мы посмотрели, укреплена обочина, что очень важно, потому что это очень хорошо влияет на нормативность проезда по автомобильным дорогам. Поэтому посмотрим дальше, как то, что мы увидели, это значит, мы считаем, что дорога готова к приемке.